Всем привет, ребят. Сегодня я вам покажу, как делать йогурт. Для этого нам надо сам кефир, сахар и варенье. Сначала... Берем ложку и берем варенье, только немножко. И заставим ее сюда и перемешиваем. Я тоже буду. Я тоже буду, у меня осталось немножко. Мама. Немножко осталось. Еще немножко. Немножко добавляем. Все, нам не нужно. У вас получится вот такой цвет. Достаточно вот это. Ничего. И у нас такой. Теперь добавляем немножко сахара. О, половину сахара. Мне тут стоит сахара. Я тоже буду это делать. Бегом, дай мне тоже сахар. Так, все, сахар нам не нужен. В самом конце немножко варенья добавляем. Еще немножко. Достаточно надо. И ложка. Дай мне еще варенье. Так, все. А какая длинная палата? Мы такой не видели. Не так-то. А какая длинная палата? Получится у меня тоже, как я думаю. Немножко надо. Салфетка. Пока. Подписывайтесь на меня. Вот здесь.